На сегодняшний день, да, присуждено вот за все 20 лет 9532 стипендии. То есть вот сейчас у нас идет конкурс, он буквально вот проходит в эти дни, конкурс у нас в этом году растянутый, он идет в течение всего года. Еще 299 стипендий присуждено, это почти уже мы к отметке 10 тысяч добираемся. Да? Расклад на сегодняшний день такой, что раньше у нас основной массой, конечно, составляли бакалавры. Да? То есть порядка там 3-4 тысяч человек у нас были бакалавры. Сейчас, так как с 2011 года уже прекращена у нас подготовка бакалавров, смещается фокус, конечно, в сторону магистров, докторантов, PhD. Вот на сегодняшний день где-то, вот, если из тех 2451 человека, который обучается за рубежом, 2500 человек, грубо говоря, возьмем, да, где-то 1000 – это бакалавры, я так вот условно буду говорить, где-то 800 человек – это магистры, докторанты, PhD, и где-то 700 человек – это стажеры. То есть расклад пока такой, все-таки чуть больше бакалавров. Но это будет цифра неуклонно уменьшаться, потому что бакалавра больше мы не набираем, они естественным образом вот сами вот выпускаются, и системы наши уходят. Я думаю, что где-то порядка 55-60% будут составлять магистры, докторанты, PhD, и оставшиеся где-то 45-40% будут составлять наши стажеры. То есть вот такой мы будем набор держать. Конечно, хотелось бы увеличить очень в процентном даже соотношении количество докторантов PhD. Для нас это сейчас как бы очень основной приоритет. Сейчас они составляют там порядка 3%. 2,7, 2,8, ну, порядка 3%. Мы бы хотели эту цифру довести как минимум до 15%, чтобы вот таким вот мощным блоком, десятками, сотнями у нас докторанты PhD присутствовали по всем основным направлениям развития Казахстана. Для нас это вот наибольший приоритет на сегодняшний день.